две девочки по месяцу. Папа Райт. Привезли, скажи. Клеточку посадили, потому что этот маленький бандит их обижает. Маленький бандит обижает сестричек. А это уже полтора. Он пытается вот за хвостики их, за носики. Вот такой он бандит. Они совсем маленькие. Совсем-совсем. Им только месяц, а ему уже полтора. Ну, скажи, я не могу достать, так я ж хоть немножечко, хоть через решеточку укушу за хвостик. За хвостик укушу. Да, маленькие девочки. Так смотрят на него, думаю, что ж там такое ходит? Такие в неполном непонятии, что происходит. Они еще никогда никого не кусали, их никто не кусал. И тут дядька такой раз, на две недели старше, и укусил. Ты масечки. Обидел дядька вас. Обидел. Вот он дядька. Вот он дядька. Вот он сидит и думает, как же мне до них добраться. Как же мне до них добраться. Вот за хвостичек чуть-чуть. Вот, не получилось за хвостик. А так хотелось. Так хотела за хвостик этих маленьких девочек капнуть. Да? Зички розовенькие. Месяц. Всего лишь месяц. Две девочки. Дочки Райда. Ну, такая серьезная дама. Вот так вот. Водичку. Посмотрим реакцию на водичку. Ай, водичка. О, хотели водички. Хотели водички. О, малой думает, а может его кормят? А меня нет? Это ж неправильно. Я что, главный? Я большой. Да. Да. Ой, и я хочу пить. Все. Все пропало, все пропало. Их напоили, а меня нет. Все пропало. А ну посмотрим. Будет пить или будет обижать? Когда жажда вокруг, жара, даже тигры прекращают охотиться. Мир наступил в их прайде. И добро. Доброта вокруг. Ой, ё-моё, сейчас перевернет. Все. На себя. Это называется одеяло тянуть на себя. И что ты будешь делать? Девочек будешь купать? Девочек будешь купать? Сейчас он все перевернет. Все, не успела я забрать водные процедуры щенков. Ой, хорошо у вас, девочки. Хорошо у вас, да. Ой, как хорошо у девочек. Чтоб никто не думал, щенков здесь не держат. Их спасали. Их спасали. Сейчас они будут выпущены на свободу. Вот так. Все, 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 все. Все. Агрессор уехал. Вот так вот.